новые биржевые перспективы цифровой валюты. Чикагская биржа опционов получила в Американской комиссии по торговле товарными фьючерсами разрешение на выпуск фьючерсов на биткоин и уже планирует сделки на другие криптовалюты. Президент CBOE Крис Конкеннон отметил, что его биржа становится лидером по внедрению инновационных технологий и уже изучает расширение спектра криптовалют для заключения контрактов. В планах биржи внедрить фьючерсы на эфириум и биткоин кэш. Это только начало становления класса активов, которые будут доминировать в ближайшие десятилетия, сказал Конкеннон.